А давай, слушай, военных попоем. Да, вот, не, заклинатель змей, например, вот, вот Гриша просил как раз. Гриша камеру принес специально сюда, это, записывающие всякие устройства. Она такая совсем не костровая, конечно, песня. Вот. Что все остались живы. Человек знает, когда показывать жало. Человек гениален в своей пустоте. Своих заклинателей он, пожалуй, сожжет на костре или распнет на кресте. Придумав религии массу, откопает урановую руду. Поделив подобных себе на классы, государство и прочую ерунду. Бесхитростно, змея беспечна. Ей немного тепла, ей чуть-чуть мышей. Змея никогда не убьет человечно. С Богом в душе, с иконкой на шее. Thank you.
вот поздно вечером в окно стучится одинокая птица или медленный дождь. Человек уснет, с ним ничего не случится. Он кладет под подушку пистолет или нож. Забуксовал танк. Ну иди, да ладно. Все, да. Тогда, может, и зря ты из Казани уехал-то.